Ни хрена ты золотой! Ты кто такой? Ты кто такой? Ха-ха, минус нога. Ты кто, чё такой золотой-то? Охренеть, какой он красивый. Всем привет, с вами Смартфин, и сегодня мы продолжаем играть в игру под названием Clone Drone in the Danger Zone. В прошлой серии мы с вами остановились на том, то, что у нас пошел стелс за два игрока. Сейчас продолжим, не в прошлом разе мне это очень понравилось. В прошлый раз мне это очень понравилось. Так, подождите, у нас будет теперь... А как меняться? Ладно, хорошо, погнали. Там мрази стоят огромные. Погнали. Погнали на лифте. Хы, круто. А ты стрёмный. А если я тебя ударю, ты умрёшь? Ладно. Вот там совещание. Robots, arm yourself. The filthy humans will combine. Kill them now. Моего друга убили! Моего друга убили! Что делать? Что за напасть? Как же друг-то мой? Понял, все, погнали. That robot on the screen was the fleet overseer. Да, погнали. Looks like we'll have to go through it once we reach the mainframe. Меч проетывается. Ладно. Какая музыка? Охрена, чё все боссы? Не бей меня. Ха-ха-ха! Убили. Ну точно дурак какой-то. Погнали. Какие офисы здесь. Погнали. Давай. Давай, отец джекпак или что ты? Все время ты дохнешь. Ой. Does it remind you of when your body was set on fire? Soon all of you will experience this sensation. Встань ты! Лава пошел. На, еще. Че, мой друг умер? Нет! Ни хрена ты золотой! Ты кто такой? Ты кто такой? Ха-ха, минус нога! Ты кто, чё такой золотой-то? Охренеть, какой он красивый! Погнали, зарашим его. That hammer boss seems to be wearing some sort of armor. Be careful. А это твоя броня? А это просто он в броне, я понял. Джекпак есть огромный свой. Что ты такой ворливый? Ха-ха! На, кучка. Это молот, смотрите, больше, чем я один. Ты представляешь себе, нет? Ты себе это представляешь? Вот и с лука ходи. Мне кажется, с лука ты больше полезен.
тоже в броне. Да не лось. Ха-ха! Лохи треклятые. И эта хрень теперь в броне. Паучок, 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 паучок. Та-та-кара. Броню приобрели, значит, да? Но это вам не поможет. Кажется, я лучше стал. Давай-давай, лучше. И еще удумал. Лохи вы! Пошли к лифту. Шли, да? Опа! Погнали, погнали. Ёп твою дивизию. Попрыгали. Чё нет? Куда дальше? А. Пошли! Кидак. О, дрянь. Не понял. О, я в броне. А где мой этот дурак? Не понял. Не понял. 2 hours later. А. А, понял. Теперь понял. Теперь я понял. Я же забыл то, что на тему изменилось. Крутяк, теперь мы бронированные, ты представляешь, Сеня? Ну, да, я его сел где-то. Всё. Погнали. Ну, куда вот? Куда? Где куда? А. Ну пошли. Ща будет вся жопа. Они же там стреляют по нам. Почему? А я скинул. Эй, хаба! Хаба! Там, а я ведь меткий. А, нет. Оба. У меня броня есть нахрен. Ну, Виталий этому башки лишился. А этот вот ужас, конечно. А я-то в броне. А ты тебе без брони. Ну, ты и дурак, конечно. Nice job. Погнали, we're погнали. Getting close. Я знаю, то, что nice job. Гонгри! Что это у него молот гонечный? Я захренел! Крутой молот! С ним надо сражаться. С ним надо сражаться до последнего. Он же четкий, смотри какой он, а! Красный такой весь! Крутой! Какой я классный! Капец, видали, какого красиво за этого кэдву. Что дальше? А. Видали, как ему хоть. Ты видал, как я ему хочу пропил? Шо це таке? Что такое? Что такое? Что ты такое? А, я тебя обезножил! Шо ты, ну? Нет, не игра! Опять ты! Что ты не сделаешь? Here we go. Starting the transfer. У них есть танки? С танками нам не хватало сражаться.
if it is not the first human to ever escape. Quick. No, not that human. Я с ним буду сражаться. Tell me, Amelia, is your favorite color still 5,000 lines of auto-injection code? Getting physical access to this mainframe was quite impressive. But now, I see you, all the places you have been hiding, every node, every server, they will all burn. Нет! Она же хорошая! Вау! И всё! В смысле? Ну-ка, Всё! И это всё, такое маленькое, короткое видео, ну всё, ой! И здесь челленджи, есть. Но рисмон. Мой, Гомес! Давайте чуть-чуть здесь поборемся. Чё ж нет? Погнали. Endless mode. No one is coming to save you, human! That's what I'm choosing. This is just a drag to the bronze. It only gets harder after this. I don't even want these уродов на easy. They're вообще лохи. Чё вы? Victory! Огненный меч! Огненный меч! Блин, без жипа. Уже привык за этим джипаком. Сначала огненный меч, огненный меч. Будем бить вот. Давай, погнали. Потом надо обязательно купить джекпак, а без джекпака не могу. Я слишком медленный, пописос. Давайте там вторая бронь. О, с броней, какие 7 фото. Я без брони. 10 далее, это мой огненный меч. Джекпак, сейчас надо купить джекпак. Или клона. Джекпак. Вот он. Всё, хорошо. Кого-то надо уничтожить. Да, на изи раз. Victory! И как я бой. Ну, у них лук не могу забрать. Забабы у них лук, и все. Делать как там. Так. Давайте лучше сделаем клона. На всякий случай. Чем бы ей? Да, коль нет. Ща просрем и будем, наверное, прощаться. Блин, жалко то, что... Сильвер пошел. Хорошо, что я клона взял. Я... Очень тупая смерча была, просто без глави. Этих хлушников надо казнить. Всех просто до единого. Ты умный там, что ли? Распрыгался что-то. Пусть стрелы отбиваю. Это хорошо? Хорошо. Давай. Какой симпатный. Какая симпатная статуя.
Воу, блинчики такие. Ну-ка, стрелы убивай, скажи то, что я убиваю. Ладно, кусочка. А, да, убиваю, хорошо. Чего ко мне прыгаешь своими луками? Такие смелые, не могу аж. Victory, bitch style. Ты уже сдох. Я хочу дохнуть, но не хочу. Я даже, я не буду клоп делать вообще. Чё, я сделаю, вот, давайте лук. Иди с лук, детка. А. Шип. Я же сделал лук. Арм, лаз, чу. Посрать. Не знаю, вроде как. Лошики! Лошика. По очереди там вывести. Там! Там этот! Стой здесь, урод! И что удумал? Не белый. Ну, не белый. А даже плохо. Лук, я же лук. Взял. Вот он. Это не лук. Ладно. Давайте энергии побольше. Энергии побольше, побольше энергии. О, золото. Вы кто? Каратисты! Каратисты, ни хрена себе, каратисты! Каратисты! Да я трак! Нет! Ха-ха! Ну, дебилы, конечно, я вас охренею. Блин. Ну это хорошо, это хорошо. Да заткнись ты там! Да заткнись ты! Смени меня. Ну и хорошо. Ну ладно. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Это был Clone Danger in... Clone Drone in the Danger Zone. Вот так вот у нас кончилась наша история. Ну, надеюсь, дальше будет обновление. Ну, сюжет не нравится, там... Прикольно, даже сюжет есть. Я думаю, здесь просто такие челленджи у меня. Тут история, тут сюжет есть. Ну это хорошо. Всем удачи, всем пока. Не забывайте. Ставьте лайки. Ставьте лайки, пожалуйста. И подписывайтесь. Умоляю вас. Я знаю, вы смотрите меня и даже не подписываете. А может... Ладно. Пока-пока.